Достижения и успехи областной столицы за последний год. Отчет о своей деятельности и работе администрации города за 2015 год представил глава Вологды Евгений Шулепов в ходе 18-й сессии Вологодской городской думы. Среди главных достижений – увеличение основных социально-экономических показателей. Вырос объем промышленного производства, сдано 235 тысяч квадратных метров доступного жилья, что почти на 30% больше, чем годом ранее. Постоянно увеличивается численность населения. Сейчас вологжан уже более 320 тысяч. Главным событием прошлого года стало 70-летие Великой Победы. В преддверии праздника в Вологде был открыт Парк Победы – современный центр патриотического воспитания, созданный совместными усилиями власти и бизнеса. Также в 2015 году в городе появились новые культурные центры и туристические объекты. Впервые за 20 лет были открыты новые детские сады. Областная столица обновлялась, ремонтировалась и благоустраивалась по всем фронтам. Несмотря на такую масштабную работу, впереди у руководства города большие планы – строительство моста, новых школ, модернизация транспортной системы, контроль за управляющими компаниями. Состояние наших дворов и управляющей компании. Это все-таки остается нашей серьезной проблемой. Очень много обращений ко мне, я думаю, что и к вам поступает от жителей города. Конечно, ситуация не такая, как была еще несколько лет назад, но она все равно остается критичной. И здесь нам надо вместе с вами подумать и поработать с жителями. Они должны все-таки занимать более жесткую позицию по отношению к управляющим компаниям. Депутаты должны взять это на свой контроль. Вы должны вдохновлять население вот на решение задач с управляющими компаниями. Сегодня единогласно был принят отчет главы как доказательство того, что в 2015 году город динамично, успешно развивался и удалось сделать очень много. Поэтому оценка достаточно хорошая, высокая оценка. И не только на уровне нас, как депутатов, но и на других уровнях, на уровне губернатора в том числе. Будем продолжать работать дальше. Добавим, также в ходе сессии депутаты рассмотрели внесение изменений в устав и бюджет города, обсудили итоги работы учреждений, подведомственных городскому департаменту градостроительства и инфраструктуры, а также вопросы, связанные с приватизацией нежилых помещений. В завершении сессии глава Вологды вручил председателю Вологодской городской думы Юрию Сапожникову знак «За доблестный труд во благо Вологды», а трем депутатам – почетные грамоты главы города. Эта сессия Гордумы завершила парламентский год, и до конца сентября депутаты уходят на каникулы. Но, несмотря на это, они продолжат работать на местах, проводить приемы граждан и помогать в решении проблем вологжан. Мария Суворова, Егор Канавин, Максим Тышковец, Вологда Портал.